Во время рабочей поездки глава Ленинского городского округа Станислав Катаров побывал в детском саду в жилом комплексе «Пригород Лесное», построенном в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 360 воспитанников, станет пятым по счету в данном микрорайоне. Трехэтажное здание общей площадью 4000 квадратных метров выделяется комфортной планировкой и отвечает всем требованиям безопасности. В детском саду созданы отдельные блоки для каждой из 15 групп, включая игровые и спальные зоны. Обустроены комнаты для дополнительных развивающих занятий и медицинские кабинеты. На первом этаже здания расположена зона ожидания для родителей. Детский сад современный, по новым технологиям построенный. Вы видите, какие использованы материалы. Поэтому коллеги подходят к своей работе качественно. И очень здорово, что они слышат и нас, и жителей, и ускоряются по срокам введения соцобъектов. На прилегающей территории благоустроены игровые площадки с безопасным покрытием для детей разных возрастов, а также оборудованы места для хранения детских велосипедов и самокатов. На сегодняшний день действуют уже 4 детских сада. В прошлом году буквально был запущен 4-й садик, в этом году 5-й садик запускается. Школ здесь сейчас функционирующих 2 школы полностью. В прошлом году мы только запустили школу номер 2. В этом году заканчиваем строительство школы номер 3, к концу года будет готово. И уже начали строительство школы номер 4, которая также будет в 2026 году сдана. Стоит отметить, что все работы были завершены раньше срока, и уже 1 сентября детский сад распахнет свои двери для юных жителей округа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ.